Всем привет, с вами Джексон. Думаю, данный обзор будет интересен большинству владельцев телевизоров. Сегодня я вам расскажу об аналоге Ambient Light, а если быть точнее, светодиодной ленте для подсветки стены за телевизором, которая переливается во время воспроизведения. В китайском аналоге интенсивность подсветки зависит не от видео, а от воспроизводимого телевизором звука. Целью этого видео является разобраться в вопросе, имеет ли смысл приобретать подобную подсветку. Стоит, пожалуй, начать с того, что первая часть данного ролика снималась около года назад. Соответственно, у меня есть длительный опыт эксплуатации данной приблуды. Тогда я приобрел два экземпляра разного ценового сегмента, чтобы их сравнить между собой. Что из этого получилось, смотрите далее. Именно наш экземпляр поставляется в такой коробочке, выглядит довольно солидно. Давайте откроем, посмотрим, что у нас там. Первое, что мы видим, это инструкция по подключению. Далее у нас пультик, при помощи которого мы можем выбирать режимы, а также цвета, например, чтобы горел только один цвет, яркость, а также включение-выключение. В общем, обычный пульт для контроля светодиодной ленты. Далее у нас идет драйвер, который питается от USB, но в теории, насколько я помню, поддерживает и больше напряжения, например, около 12 вольт. В нем есть встроенный микрофон, который улавливает звук, и в зависимости от него уже будет переливаться светодиодная лента. Из него выходят два провода, на концах которых находится подключение к светодиодной ленте, а также и к датчик для управления с пульта. Ну и конечно же в комплекте у нас есть самая обычная RGB светодиодная лента, которая при помощи двухстороннего скотча будет приклеиваться сзади телевизора. Лента у нас разделена на три отрезка, которые между собой мы будем соединять при помощи кабелей, которые идут в комплекте. У нас есть длинный отрезок, который клеится в длину, и также два более коротких, которые клеятся в высоту телевизора. И у меня есть еще один набор, который стоил дороже. Но почему, я так и не понял. Давайте его тоже распакуем. В комплекте с этим набором у нас идет почти такой же драйвер светодиодной ленты. Единственное, что он более худшего качества в сравнении с предыдущим. Во-первых, это у нас тут просто идет какая-то вот наклейка. Тут это у нас напечатано на корпусе. Пластик завода какой-то закоцанный. И самое странное, я не могу понять, где тут находится икпорт, поскольку у предыдущего он выведен, тут есть отверстие, но самого икпорта нету. Ну и последнее отличие, в пользу более дорогого, тут у нас съемный USB. Далее идет светодиодная лента, практически такая же, только черная. И сразу же заметно одно главное отличие, она цельная, то есть у нее нету разъемов, как в предыдущем случае. Это, пожалуй, можно отнести к недостаткам, поскольку на плоской поверхности изгибать ленту, чтобы повернуть на 90 градусов, довольно сложно. Скорее всего, она в этих местах будет отклеиваться. И кроме того, на большой диагональ телевизора, например, как у меня, мне кажется, ее просто не хватит. Длина, кстати говоря, у ленты одинаковая, 2 метра. Ну и последнее, что у нас тут есть в комплекте, это USB для питания и сам пультик, из-за которого, скорее всего, цена этого комплекта и дороже, поскольку у нас тут есть 4 разных вариации переливания под музыку. А у этого же комплекта такой функции нету, у него просто есть пункт Music, но при этом у него больше вариаций цветов. По поводу подключения, как и указано в инструкции, ориентируемся по стрелочке, которая у нас находится на корпусе коннектора, и по плюсовому контакту, то есть они должны совпадать. Во втором случае практически то же самое, единственное, что на корпусе есть с одной и с другой стороны стрелочка, опять же они должны совпадать. Давайте сейчас я это все дело установлю на мой телевизор, буду устанавливать только одно, которое у нас идет из трех сегментов, поскольку сами светодиоды и светодиодная лента тут практически одинаковые. Единственное, чем они отличаются, это блоки управления, поэтому на одной светодиодной ленте мы пробуем с одним и с другим блоком. По итогу, после подключения и сравнения между собой двух разных блоков, как и было оговорено ранее, отличие только заключалось в большем количестве режимов и реакций на звук у черного варианта, сомнительное качество которого проявилось буквально сразу, несмотря на его большую стоимость. Как и предполагалось изначально, ИКО-датчик, встроенный внутри, плохо срабатывал, когда блок находился за телевизором. Встроенный микрофон через раз улавливал звуки, даже на максимальной громкости. А кульминацией стала его внезапная смерть, через неделю использования. Думаю, уже на этом моменте дальнейшая его судьба и спецификации вряд ли кого-либо интересуют, поэтому вернемся к более удачному, белому блоку, который прекрасно работает и по сей день. Однако и его приобретение я тоже считаю бессмысленным. Только стоит уточнить, речь идет не о ленте, которой я пользуюсь и по сей день, а именно о блоке, главная функция которого является реакция света на звуки, в нашем случае телевизора. Если быть честным, данной опцией я пропользовался от силы дня 2. Первый, когда записывал видео, и во второй день при попытке посмотреть фильм, где я понял всю бесполезность данного режима. Более того, я обнаружил кучу негативных моментов. Начнем с того, что при использовании режима, вне зависимости от блока, цвет никогда не будет совпадать с тем, что на телевизоре. Однако к этому можно привыкнуть,
в отличие от того, что в любом режиме он резко меняется и не соответствует картинке. Просто представьте статичную или плавную сцену в фильме, где происходит спокойный диалог. В это же время в вашей комнате происходит стадиодное мракобесие на стене за телевизором, которое может вызвать только раздражение. Иначе это назвать язык не повернется. Возможно, у вас возникнет вопрос: ладно, если с фильмами использовать не получится, тогда что с музыкой? Пожалуй, в этом режиме ситуация куда лучше. Если просто слушать музыку без видеосопровождения, мигание ленты полностью совпадает со звуком. Однако, все равно данный эффект через какое-то время начинает вызывать раздражение. Причем не из-за того, что я какой-то привереда. Наоборот, поначалу мне даже нравился режим. Разве что, резкая смена цвета в помещении быстро утомляет глаза, которые буквально вытекают уже после получаса использования, без дополнительного освещения. Но также стоило бы упомянуть, что для корректной работы устройства необходим довольно высокий уровень звука. То есть, если вы захотите послушать музыку на громкости менее 50%, есть большая вероятность, что половину звуков не уловит встроенный микрофон. По итогу, лучшим решением применения светодиодной ленты стало отображение статичного цвета, что значительно увеличивает комфорт от просмотра телевизора. И в целом, именно для этих целей я крайне рекомендую приобретение подобной подсветки. Поскольку ленты RGB, по настроению можно менять цвет, когда надоел прежний. Но и тут возникла проблема, а именно в самом элементе управления, пульте, ну или в моей лене, где ввиду редкого использования изменения цвета приходится лишний раз вставать и отвлекать внимание на поиски пульта. Поэтому я приобрел куда лучшую альтернативу в виде отдельного модуля управления светодиодной лентой, но уже при помощи Bluetooth. Уж думаю, в отличие от пульта, все знают, где находится их мобильное устройство. Кроме того, у вас появится куда более важный функционал, а именно возможность настройки автоматического выключения и включения в тех случаях, когда ленты не будут пользоваться, что особенно актуально в дневное время суток. А главное, такой комплект из светодиодной ленты и данного контроллера обойдутся куда дешевле, нежели покупать ранее описанные бесполезные девайсы. В целом, если подытожить ранее сказанное, за год использования могу смело сказать, что подсветка стены за телевизором весьма приятное и недорогое дополнение к опыту его использования, да и в целом комфорту. И я могу ее смело рекомендовать любому владельцу ТВ. Однако описанные видеоустройства вместо улучшения опыта использования могут вызвать разве что раздражение и не имеет смысла к приобретению. И куда более лучшим и по цене, и по функционалу вариантом будет отдельное приобретение Bluetooth контроллера и светодиодной ленты. Если кому интересно, ссылку на данные продукты я оставлю в описании. А с вами был Джексон, спасибо за внимание, всем удачи, не болейте и в общем-то пока.